Так выглядит цены Каскина с другой стороны. Мы пришли на репетицию. Вот мы с ребятами стоим на сцене. Готовимся выйти и попробовать расстановочку сегодня. Так это все выглядит. Бруно уже репетирует. Все спланирует. Иисус организатор. Ты фамилия. Ты фамилия. Только ради этого стоит выйти на сцену, чтобы посмотреть, как это все бывает здесь за... За сцену. На сцену не нужно. Не, ну чтобы выйти за сцену, нужно как-то какой-то предлог. Мы решили выходить на сцену для этого. A delegación de Rusia. Miren, estas bailarinas y bailarines que están en Rusia bailando nuestro folclore. Hoy van a estar en la Plaza Mayor. Le dije que cuando venga a Argentina iban a bailar en Cosquín. Y a Sergio Lobo, que es nuestro bailarín oficial. ¡Vamos! ¡Cosecheros! Lárgalo ahí el video. Rocío, hora de cosechar.
broma y la risa. Cosecheros, luna que va, luna que va, como besar. Pobre, cosechar pa'l patrón, andar changando en los barrios del pueblo, rogar que llegue algún plan de gobierno. Cosechero, la jornada termina. Regresando al hogar, sentir el dulce jugar de los niños, saber que hoy vives y luchas por ellos, por tu sueño. Luna que va, como besar. Esperanzando a los
что происходит, Маша? У меня тут какой-то вали мрачный. Мрачно. По-моему, очень жизнерадостные голубики и свиньки. Мне кажется, нужно фотографировать в этом подвале, Маша. Así perdido en la noche, también era un brillo, vida y se acabó. Y en la bodega se volvió, son mi luz, se va a usar, si valesa y se va. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Ну что, вот мы выступали второй раз, не верится, и уже как-то даже и привычно немножко. Все счастливы, сегодня мы танцевали с ребятами из Кордовы, они совершенно прекрасные. Все девочки, которым достались мальчики, счастливы. Вова счастлив, хоть это и не видно, но он счастлив. А ты прям? Да, можно, он танцевал с Ксюшей. А Ксюша? Да, это дело вообще счастливое. Но тоже никого не расскажешь. Вот такая вот скрытая пара.